В целом правительство Медведева за год показало, что оно очень слабое. Правительство Медведева не может решать даже те задачи, которые перед собой ставит. Правительство Медведева пообещало обеспечить 5% экономический рост, как минимум. А на самом деле сейчас даже нет 1% экономического роста. Правительство Медведева не может решить ни одну задачу. Ни борьбу с коррупцией, ни демонополизацию, ни развитие конкуренции, ни рост инвестиций, ни создание новых рабочих мест. Ни одна задача не решается. Поэтому стране нужно новое правительство, более сильное и концептуальное. Но это зависит, к сожалению, не от нас. Если бы у нас была возможность, мы бы уже сегодня сформировали дееспособное правительство. У нас есть четкая программа экономическая, мы знаем, что делать, как развивать экономику. Но все зависит от Путина. А гадать, что там у Путина в голове, я не хочу. Я не политолог, я политик. Поэтому я просто констатирую, что правительство очень слабое. Стране нужно сильное правительство с программой, но пока его нет.